Всем привет, с вами ваш переводчик Асылхан, и сегодня у нас красавица из США, Бритни. Всем приятного просмотра. Всем привет, ну вот такая я, ваша девчонка. И сегодня у нас реакция на... Димаш, SOS. Надеюсь, я сказала это правильно. Никогда не слышала об этом человеке. У него более 2 миллионов подписчиков. Куча хэштегов и 231 тысяча лайков. И я не знаю, почему я его не знаю. Так, это парень. На картинке точно парень. Давайте уже перейдем к этому видео. Хочу сразу сказать, что он ездит по всему миру. И у него профессиональный продакшн. Со всей этой графикой и светом. Да он весь сияет. И первое, что я заметила, что он уже вспотел. И это говорит мне только об одном. Что он сейчас споет так, что мало не покажется. Ща как споет. Я к тому, что он уже поет в таком ключе, неопознаваемым для меня. Это какой-то такой шепот. Что это вообще? Продолжим. Офигенный продакшн. Это как маленький укус. Вы слышали это? Да что это? У меня аж глаза на мокром месте. Вы это видите? Что я только что послушала? Ладно, ладно, девочка, соберись. Сколько человеков внутри этого человека? Сколько внутри него людей? Он же только что пел, как птичка. Как-то вот так. Разве так поют? Кто? Навряд ли так кто-то поет. У меня столько вопросов. На каком языке он разговаривает? Что это за человек? То есть, кто это? Откуда он такой появился? Кто это чудо природы? Да кто вообще так поет? И он даже не шелохнулся. У него такой дыхательный контроль. Я боюсь... Он робот. Он робот. Он робот. Закрепим. Он робот. У меня депрессия, в лучшем понимании этого слова. Как я не слышала о нем раньше? И что он поет вот так?
Вы видели вот это его движение рукой? Как будто он что-то так контролирует. Да что это вообще за... Да, закидайте его цветами. Дайте ему ангельские крылья. Кто, если не он, заслуживает носить их? Потому что, да никто же так не делает. Мне нужно узнать его историю. Я прям хочу понять, что это за человек. Кто его так обучил? Он таким родился? Уже такой, прокачанный. Я вообще в шоке. И такие слова в песне с глубоким смыслом. Зачем я живу? Отчего я умираю? Прикольно. У него на ушном мониторе его инициалы. Типа, этот парень настоящий. Типа, он не поддельный. Да он весь вспотел, потому что он работает. О, он упал на коленки. Он на коленках. Он на коленках. Вы знаете, это как в церкви, когда у них начинается вот это безумие. Они прям поют, поют. Вот это контроль. Боже мой! Точнее, божечки мои! Что ж, теперь я знаю, кто такой Димаш. Это было невероятно. Подписывайтесь на канал, и будет больше реакции. Нам будет весело. Всем хорошего дня. Пока. Всем спасибо за внимание. У Бритни очень своеобразные эмоциональные реакции, и они мне нравятся. Не забываем про мой второй канал, ссылка будет в описании. Всех обнял, всех люблю. Пока!